Валуева Елена Михайловна, инспектор штаба УМВД «Зато Александровск». Наша сегодняшняя пиар-акция посвящена профилактике мошенничества, связанной с списанием неправомерно с банковских карт и телефонным мошенничеством. Очень много у нас мошенничества происходит в сфере интернет-ресурсов. Это интернет-объявления, это в частности Авито, интернет-магазины, когда люди перечисляют денежные средства, но товар не получают, доверяясь мошенникам. У вас вообще были такие случаи лично вы, либо что-то покупаете через интернет? Мы покупаем, но стараемся себя обезопасить максимально. Да, проходимость нормальная. Да. Вот здесь. Скотч, да, один сам. Да. Ножницы и скотч. Будь добра. Эти самые буклетики. Буклетики сейчас распечатаем на следующей неделе и принесем к вам. Только парочку. Да, парочку. Не станем? Ну, я смотрю, центр занятости «Зато Александровск» тоже активно присоединился к полицейской пиар-акции. Что вообще вас подвигло на это дело? Ну, в первую очередь, и самое главное, это то, что люди к нам приходят искать работу и искать возможность заработать деньги. Было бы очень обидно, если бы они подарили эти деньги неизвестным мошенникам.